Всем привет! Вы на канале Ника Шоу, с вами снова я, Верника Мазур. Ну а прежде чем мы начнем это видео потратить одну секундочку, не забудь нажать на красную кнопочку подписаться, чтобы не пропускать новые актуальные промокодики и бесплатные робоксы. Ребята, которые ищут моих видео, коды на робоксы, вступайте в мою группу NST, чтобы в дальнейшем не ждать свои робоксы 16 дней. И вот видео комментарий дня от королевы Всевышняя Могучая, которую вы видите сейчас на экране. И сегодня по вашим запросикам я для вас подготовила промокодики в игре Бекон, то есть Бакон, Бекон, в общем, видите название игры, обновление, ивент. В общем, у этой игры сейчас 726 миллионов визитов, и на момент записи этого видеоролика в ней играет 1342 человека. Актив небольшой, но вы просили, я снимаю, поэтому погнали! Ну что, ребяточки, мы зашли в нашу игру, тут у нас идет раунд, но, в принципе, нам это не важно. Эта игра что-то по типу Пиги, кстати, только что я заметила, как подключился ко мне мой подписчик, вот, Харшкарт, и, о, сразу три подписчика, вот, Несушка Топ и Никомазур Топ. Спасибо вам всем, что подключились, извините, что я камеру так помотала, я случайно. В общем, вам всем приветик, вы видео. Промокодики здесь вводятся, в общем, ой. Ребята, простите, посмотрите, как это выглядит, типа... I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. Ладно, пропокодики вводятся в маленькой менюшечке. Вот видите, у нас есть твиттер, нажимаем на нее, тут показывается вот эта менюшечка, открываем, и вот эта менюшка нам подсвечивается. Вводим первый промокод, выглядит он вот так. Delay Apologies. Ой, нас... По-моему, там убили. В общем, вводим этот код. Код не показывает, что дает, но, как вы видели, он нам выдал 500 беконовских монеток. Следующий промокод выглядит вот так. Not so Halloween. Вот такой промокод, то есть не Halloween, а Halloween, не знаю. Ну, в общем, погашаем этот промокодик и получаем, смотрите, 1300 монет. Следующий промокодик, он у нас идет еще больше. 2 on me, то есть 2. Вот это у нас дает циферку, что нам выдаст 2000 монет, у нас уже 3862 монетки, ну 62 это я с раундов заработала, в общем, да, вот так вот. Дальше промокод Winter22, достаточно старый промокод, погашаем его, и он дает нам вот такой вот кенди-кеновский нож. Следующий промокодик выглядит вот так, Стинки Роман, погашаем его, и он тоже дает нам такой вот прикольный нож под названием Роман. Следующий промокодик у нас выглядит вот так, 5К3ТЧ, кэч, то есть 5К, 5К, ну, в общем, что-то там, скетч, и нам выдали вот такой нож, то есть это скетч, видимо, ну, типа, меня перевели, так, не знаю. Следующий промокод выглядит вот так, Сэнкс Кел, вот такой, запоминайте его, достаточно простой, извините, что выделила, погашаем его, и получаем вот такой вот прикольненький, тоже зелененький нож. Следующий нож выглядит вот так, точнее не нож, а промокод, тоже на нож. Клетус, по-моему, это фламинго, либо кто-то такой, ну, я надеюсь, вы поняли, о чем я. Погашаем и получаем вот такой, да, нож фламинго, ну, этот, тот самый блогер фламинго. Давайте рассмотрим наши ножи в инвентаре. Так, сейчас где тут, нажмем играть, здесь у нас есть инвентарь или нет. Ладно, в магазин зайдем, у нас, по идее, должны быть наши ножи, вот. Ножи, 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 ножи. А, вот у нас скетч есть, вот этот. Вот эти ножи, вот, которые у нас есть. Они прикольненькие, допустим, вот смотрите. Кев, выглядит он вот так вот, можем его выбрать. Вот можно его здесь еще рассмотреть. В магазине высвечивается нож. Он достаточно прикольненький, простой нож. То есть зеленый, зелено-голубо-белый. Вот такой вот ножичек. Кстати, еще ручка, как будто бы джинсовая. Также фламинго нож. Выглядит очень угарненько, мне кажется, прям прикольный ножик. Ну, фанатов фламинго, думаю. Но для фанатов фламинго. Дальше скетч. Скетч. Дальше вот такой ножик. В принципе, красивенький. Я, наверное, его оставлю, потому что оранжевый это мой любимый цвет. И выглядит достаточно круто. Следующий промокод Роман. Тоже достаточно круто выглядит. Смотрите, как будто бы нож в ноже. Тоже круто выглядит. И сладкая зима 2020. Нож так называется. Прикольненько, ну, в принципе, тоже интересный промокод, как Candy Cane. Да, я выберу скетч, в принципе, эти ножи почему бы на халяву не получить. Давайте его заснимем. Этили-тили-пам, закрой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Почему он от меня убегает, а не...
Ой, тихо. Почему он от меня убегает, а не я от него? Ну ладно, пусть побежит. Ладно, я не буду тебя ловить, не буду. Он, наверное, сам не знает, что бекон. Хотя, почему он меня не ловит? Ой, теперь пошел он за мной. Ну ладно. Ну что, ребяточки, используйте эти промокодики, получайте ножи и беконовские монеточки. Но на этом, к сожалению, ребятки, видео подошло к концу. Я надеюсь, вам оно понравилось. Но вы не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик. С вами была Вероника Мазур и это Ника Шоу. До новых встреч! Опа, у меня появился свой личный телохранитель, на всех остальных он находится, но не на меня. Ой, нифига, я так качусь, вот так вот кручусь.